Дамы и господа, в этом видео я расскажу вам о том, как же все-таки обезопасить ваши бонсай от домашних животных, а точнее от кошек и собак, да, в основном, конечно же, это будет о кошках, потому что собаки более спокойные, да, в этом плане, не настолько разрушительные. Вот, но сегодня поговорим об этой теме, сегодня я расскажу о том, как же все-таки можно обезопасить ваш бонсай от домашних животных и как, в принципе, взаимодействовать с животными, чтобы ваши бонсаи были защищены. Вот, погнали! Также я совсем забыл вам сказать, что осталось пару горшочков на продажу, да. Остался номер 6, вот такой вот за 8 евро, да. Остался мой любимый горшок, который, скорее всего, я оставлю, да. Я уже присматриваю для него фикус, да, если никто не купит. 12 номер, 15 евро, да. Остался также крутой вот этот горшок. Номер 11, 15 евро. Остался номер 3 за 10 евро. Остался номер 10, бомбический горшок. Тоже за 15 евро. И остался номер 1 за 10. Скорее всего, вот этот и вот этот я оставлю для себя, если вы их не купите. Если вы все-таки решите их купить, то, пожалуйста, все так же пишите мне либо в комментариях, либо в ВК. Вот. Ну, а мы продолжаем смотреть видео. Для того, чтобы обезопасить ваши бонсай от кошек, первым делом, конечно же, и самое, мне кажется, простое, да, было бы дело, это первый способ, точнее, да, самый простой, это просто ваши бонсаи ставить туда, где ни кошка никак не сможет до них достать. Но и это не всегда спасает ваши бонсаи от кошек, потому что кошки все-таки иногда умеют летать. И иногда забираются даже туда, где ты вообще бы никогда не мог бы подумать, что они смогут забраться. Поэтому всегда существует второй способ, и второй способ, честно говоря, самый действенный вообще, в принципе. Его очень многие бонсаисты рекомендуют, потому что, ну, он действительно работает, и причем как бы кошке это совершенно никакого вреда не приносит, так же, как и собаке. Вот, способ заключается в том, чтобы просто брать обычный спрей, да, с обычной водой совершенно, и каждый раз, когда кошка или собака подходит к вашему бонсай, да, вы должны делать пшик и также делать какой-нибудь звук, который кошка будет запоминать. К примеру, у меня это вот такой «ч». Я делаю «ч» и также прыскаю, да, в это время. Когда мой кот был маленький, я буквально за, наверное, ну, дня два отучил его полностью подходить к бонсай. Точнее, сейчас он уже подрос, и он совершенно не обращает внимания на бонсай. Он как будто не видит их, как будто даже не, как скажем, в эту зону он абсолютно не входит. Потому что каждый раз, когда он приближается к этой зоне, я делаю «ч», и он уходит сразу же, убегает. Вот. А вначале я просто каждый раз, когда он подходил к бонсай, да, на опасное расстояние, либо же нюхал бонсай, либо же прыгал как бы вокруг бонсай, я просто на него вот так вот прыскал, и, в принципе, на этом все заканчивалось, он убегал, злился и убегал. Также этот способ хорош тем, что когда вы, кстати говоря, вот он, сам виновник, только что покушал, поэтому сейчас не особо хочет общаться мой тигр, моя пантера. Так вот, еще этот способ очень хорош тем, что животное не понимает, откуда берется влага и что вообще как бы причина как раз таки вот этого испуга. Поэтому оно, к примеру, не будет держать злобы на вас, да, и не будет вам мстить никак. К примеру, если бы вы просто будете там, не знаю, тапком бить свое животное, да, то оно может на вас разозлиться и потом начать мстить или бояться вас, или как-то с вами, так скажем, плохо обращаться, да, ссать в тапки и так далее.
В этом способе, когда вы используете этот способ, совершенно никак животное не может понять, откуда как бы приходит вот эта вот беда, которая ей совсем не нравится, и поэтому она убегает. И я вам гарантирую, что максимум за 2-3 дня активного отучения, да, активного пшикания на кота во время того, как он подходит к вашим бонсай, вы отучите на 100% его от того, чтобы он обращал внимание вообще абсолютно любое на бонсай. С собаками то же самое это происходит, только они понимают немного более туго, и из-за этого как бы времени может понадобиться намного больше, чтобы отучить их от этой привычки трогать ваши бонсай, да. Но в любом случае она работает на оба типа домашних животных, вот, поэтому как бы... Если у вас есть какие-то вопросы, то вы можете совершенно спокойно написать их мне под этим видео, и я вам сразу же отвечу. Также, если у вас есть какие-то другие способы, которыми вы отучили ваших домашних животных от того, чтобы они как бы обращали внимание на бонсай, пишите их в комментариях, я обязательно их всех прочитаю, и лучшие комментарии я закреплю под видео. Поэтому как бы вот такие дела. Сейчас мой кот совершенно не обращает внимания на бонсай и никак мне не вредит тем самым, да. Вот, надеюсь, это видео вам понравилось. Оно довольно-таки коротенькое. Вот, поэтому спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайк, делитесь этим видео с друзьями в соцсетях. Помогайте каналу развиваться, помогайте мне, и чем больше будет просмотров на каждом видео, чем больше будет подписываться людей на канал, тем чаще и полезнее будут выходить видео. Вот, сейчас они выходят примерно, ну, по 2-3 видео в неделю, в лучшем случае, да, а если будет много народу подписываться и много будет просмотров, то они будут выходить каждый день.